точки зрения науки, путешествие во времени невозможно. Для начала я хотел бы показать вам видеозапись, сделанную в моем кабинете. Последнее, что я помню, это среда, 23 апреля 1958 года. Молодой мужчина, которому на вид не более 30 лет, утверждает, что попал в наше время из прошлого. Это кажется невероятным, однако в пользу этого есть целый ряд доказательств. Но можно ли представить, что на фотоснимке и современной видеозаписи, сделанных с разницей в 48 лет, изображен один и тот же человек одного и того же возраста? Да, это он. Его привезли в той же одежде, что на этом снимке. Лично я уверен, что это просто какое-то совпадение. Можно ли представить, что на фотоснимке и современной видеозаписи, между которыми разница в 48 лет, изображен один и тот же человек одного и того же возраста? Мы все знаем, что такое время, до тех пор, пока нас не спрашивают, что такое время. Вы видите, как этот молодой человек идет по коридору, поворачивает в палату и пропадает в помещении, в котором есть только один выход. Эта программа посвящена спорной теме. Высказанные теории и предположения не могут считаться абсолютно верными и требуют дальнейших научных исследований. Реконструкция событий основана на свидетельствах очевидцев. И мы можем по-прежнему утверждать, что путешествия во времени невозможны. Но эта фотография свидетельствует об обратном. В нашем распоряжении есть несколько фактов, подтверждающих существование этого человека. Видеозапись 2006 года и несколько черно-белых фотографий. Все остальное – это лишь косвенные доказательства, но именно они могут перевернуть наше представление о времени. Вся эта история, мне кажется, довольно запутанной. И может стоить мне даже карьеры, ведь это же мой пациент. Однако я до сих пор не понимаю, кто же он на самом деле. Молодого человека, которому на вид было не более 30 лет, увидели на этом перекрестке в одном из спальных районов Киева. Есть люди, которые визуально выбиваются из общего ряда. Так произошло и с этим парнем. Он был похож на заблудившегося туриста, с большим удивлением и даже некоторой опаской, рассматривающего обычный девятиэтажный дом. Когда он подошел к нам и спросил адрес, по-моему, он назвал улицу Песчаную. Но я такой уже не помню. Тогда он уточнил, говорит, это, говорит, где-то в районе Шулявки. Мы проверили по карте, такой улицы там не оказалось. Тогда он говорит, а какой сегодня день, число, год? Мы говорим, вторник, 23 апреля 2006 года. Он говорит, такого же не может быть. По словам участкового милиционера Сергея Анопенко, этот молодой мужчина выглядел довольно странно на фоне современного города. Одет старомодно, однако при этом вещи не изношены. В руках он держал фотоаппарат ФЭД, который сейчас можно найти разве что в антикварных лавках. Но что удивило больше всего, так это его документы. Когда он достал комсомольский билет, мы сразу поняли, что человек, похоже, не в себе. Комсомольский билет был как новый. Там была фотография. На фотографии был человек один к одному, похож на нашего. Я бы сказал, странная ситуация, но мы обязаны были доставить его к психиатру. Этот парень попал в наше время не по собственному желанию. И он действительно пережил настоящий шок. Он не понимал, где он находится, что с ним происходит, как ему поступать. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы его тут же не отправили к психиатру. Эта видеозапись была сделана в одной из частных психиатрических клиник, куда доставили этого человека. Те, кто видели его в тот день, вспоминают, что он постепенно уходил в себя и становился еще более растерянным. Я помню, он был как-то странно одет и почему-то не захотел снимать пальто. И вообще-то был чем-то встревожен.
В тот момент, когда мне позвонили, он посмотрел так, как будто видит впервые мобильный телефон. Ну, я поняла, что нам привезли трудного пациента. Оказавшись в клинике, молодой человек не хотел расставаться ни с одной из своих вещей. Фотоаппарат и даже пальто – все осталось при нем. И только комсомольский билет был приложен к протоколу о направлении к психологу. Проходите, пожалуйста, молодой человек, присаживайтесь. Когда он вошел, я попросил его присесть. Он выполнил мою просьбу. Правда, это сделал он несколько неуверенно, я бы даже сказал осторожно. И вот тогда он увидел часы, висевшие на стене. На них было ровно половина первого. Как вы себя чувствуете? Молодой человек, с вами все в порядке? Молодой человек, если вы будете все время молчать, и мы с вами не найдем общего языка, мне будет очень трудно вам помочь. Я не уверен, что мне нужна ваша помощь. Но почему вы так думаете? Какой сегодня день? 23 апреля 2006 года. Последнее, что я помню, это среда 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что оказались в будущем, с вашей точки зрения? Я не знаю. В принципе, это похоже на временную дезориентацию или субъективное искажение времени. Как правило, такие симптомы в организме выполняют защитную функцию. Людям, особенно тем, кто пережил серьезные травмы или стресс, в принципе, свойственно бежать от реальности, углубляться в свои воспоминания, они в них чувствуют себя очень комфортно. Но в случае с этим молодым человеком было все несколько иначе. Давайте все-таки познакомимся поближе с вами. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да? Ну, я бы вам дал на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну, хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в нашем времени? У меня был выходной, и я просто решил выйти прогуляться. Взял фотоаппарат и уже во дворе в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое. И летел он по какой-то странной траектории. Мне сложно объяснить, что я видел. Лучше проявить пленку, и тогда, может быть, станет ясно. Это было похоже на психотическое расстройство, связанное с временной дезориентацией. Но чтобы точнее поставить диагноз, естественно, нужно более длительное наблюдение, поэтому я ему предложил остаться у нас в больнице понаблюдаться. И вот в этот момент я обратил внимание, как он смотрит на часы, висящие у нас на стене. На ваших часах остановили стрелки. Подскажите мне лучше, который час? Время отставало. Часы, висящие на стене, показывали ровно половину первого. Часы на моей руке показывали то же самое время, хотя мы с ним говорили уже не менее получаса. Я ему дал бумагу, попросил написать все о своих последних воспоминаниях. Проводил к ассистенту, вернулся к себе в кабинет и увидел, что часы на стене опять работали, правда, с отставанием на 32 минуты. Конечно, можно предположить, что обычные настенные часы просто остановились. Но в качестве швейцарских часов, которые были на руке у доктора, трудно усомниться. Они также отставали на 32 минуты. Для современной физики понятие времени – это все равно, что ящик Пандоры. Если его открыть и разгадать, то неизвестно, что из этого может получиться.
После первой встречи с пациентом доктор обнаружил, что в его кабинете отстают все часы. А неизменным почему-то остается только время, указанное на видеозаписи. Нам тяжело это понять, но дело не в часах. Мы имеем дело с необъяснимым даже с точки зрения науки явлением. Поймите, когда одновременно выходит из строя электроника, пропадает связь, глохнут двигатели, это невозможно объяснить только сбоями техники. И при этом еще закрывать глаза на очевидные вещи. Скорее всего, время имеет возможность идти в обратном направлении. Как известно, практически путешествие во времени невозможно. Согласно нашим представлениям о мироздании, время необратимо и протекает в одном направлении, по дороге с односторонним движением из прошлого в будущее, события которого остаются для нас загадкой. Мы можем планировать завтрашний день, что не скажешь о вчерашнем, и никаких исключений на временной оси быть не может. Но что, если где-то все-таки есть дорога назад? Время – это такая же среда, как пространство. Время имеет ширину, длину, высоту, так же, как и пространство имеет три измерения. Время тоже многомерное. В классической физике никакой разницы нет направления движения времени. Течет ли оно вперед, течет ли оно назад, со знаком плюс или же со знаком минус. Но для обычного человека время представляется как несимметричный феномен. Для нас принципиальное отличие между прошлым и будущим. Они также между собой отличаются, как причина и следствие. Поэтому классическое понятие времени для нас звучит довольно абсурдно. Хотя для науки это очень удобно. В отличие от большинства людей, один из основателей современной теоретической физики Альберт Эйнштейн не был столь категоричен и допускал, что время может замедлить свой бег. Согласно его теории, если космический корабль разобьет скорость, близкую к скорости света, то время на его борту может остановиться. С помощью большой гравитации можно воздействовать на время, вплоть до полной остановки этого времени – на так называемой сфере Шварцвальда. Это сфера, которая ограничивает гипотетически черные дыры. А что бывает за сферой Шварцвальда, за этой границей? Там, где, если приближаемся к черной дыре, время замедляется, 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 прямо на границе оно останавливается. Но если мысленно продолжить свой путь дальше, что будет дальше? Оно будет остановленным, остановившимся всегда, или пойдет в обратную сторону. Павел Крутиков мог спокойно забыть об этой ситуации, тем более, что о его пациенте никто не спрашивал и не вспоминал. Но в апреле 2006 года доктор начал свое расследование. Я помню свое первое впечатление. И поведение моего пациента, и все, что он рассказывает, даже его комсомольский билет, все это выглядело очень правдоподобно. И, конечно же, мне хотелось во всем разобраться и прежде всего понять, что же на его фотопленке изображено. Первым делом он все же разыскал специалиста, который знал, как работать со старой непроявленной пленкой. Честно говоря, я удивился. Старая схема на 36 кадров. Все это из прошлой эпохи. Ее перестали выпускать еще в 70-е, если не раньше. Еще не зная истории появления пленки, фотограф был очень удивлен и хотел выяснить, каким образом и, главное, кому удавалось хранить ее столько лет. Пленка хранится 2, от силы 3 срока, и все. Желатин, на основе которого составляли эмульсию, распадался, и пленку выбрасывали. А тут прошло более 40 лет. А в каком она была состоянии? Судя по снимкам, в отличном. Правда, немного подвели реактивы. Их уже не изготавливают. Пришлось вспоминать, как их делать, из чего. Ну, а в общем-то, снимки получились любопытные. Итак, вышло несколько снимков,
которые заставили доктора задуматься над тем, каким образом их мог сфотографировать его пациент. На первых снимках оказались хорошо знакомые доктору виды Киева конца 50-х годов. Далее был изображен молодой человек, очень похожий на Сергея Пономаренко. На следующей фотографии симпатичная девушка около 20 лет. Доктор предположил, что это, видимо, знакомая Пономаренко. И, наконец, самый удивительный, последний снимок. На нем действительно, как и рассказывал Пономаренко, был зафиксирован неопознанный летающий объект, напоминающий колокол. Это не брак пленки и не проблемы, связанные с проявкой. Какой-то объект действительно находился в небе и попал в кадр. Исследователям аномальных явлений известны разные формы неопознанных летающих объектов. Большинство из них – диско- или шарообразные. Намного реже приходят сообщения об эллипсах, цилиндрах и треугольниках, но свидетельства об НЛО в форме колокола – это скорее исключение из правил. Вы видите фотоснимок, сделанный жителем Австралии в апреле 1966 года. Викторианское общество изучения летающих тарелок провело экспертизу изображения и пришло к выводу, что, во-первых, это подлинник, а во-вторых, это первый снимок НЛО в виде колокола. Но если фотография, распечатанная с пленки Сергея Пономаренко, также является подлинной, наши исследователи готовы оспорить успехи австралийских уфологов. Я не сомневаюсь, что это подлинник. Но дело в другом. А что, если этот человек, попавший в клинику, говорит правду? И он на самом деле попал к нам из 1958 года? Ситуация была очень непростая. У меня пациент, который утверждает, что прибыл из прошлого. А я, как доктор-психиатр, должен определить диагноз и прописать ему лечение. И вдруг я нахожу доказательства его рассказу. На фотографии изображено действительно нечто похожее на НЛО. Доктор, скажите, со мной что-нибудь не так? Видите ли, Сережа, я... Больным вас не считаю, но кое в чем мне нужно разобраться. Я надеюсь на вашу помощь. Я здесь сижу и хочу вернуться домой. Вы понимаете, в свое время. Сережа, вот здесь лежат фотографии. Они отпечатаны с пленки из вашего фотоаппарата. Меня больше всего интересует вот эта фотография. Взгляните, пожалуйста. Вы наконец-то убедились, что я вам не вру. Я до сих пор не понимаю, что это за объект и что со мной вообще произошло. Когда я его сфотографировал, я опустил объектив, увидел вокруг себя другой мир. Это были последние слова Сергея Пономаренко, записанные в клинике. Далее камеры наблюдения зафиксировали, как он вышел из кабинета со своим фотоаппаратом, который ему отдал доктор, прошел по коридору и повернул в свою палату. Когда он вышел, я посмотрел на часы. Они отставали ровно настолько, сколько он пробыл в моем кабинете. До сих пор ни один часовщик не смог мне объяснить этот феномен. А через некоторое время я узнаю, что Сергей исчез из охраняемой больницы, из моего отделения, из закрытого помещения. Это выглядит более чем странно. Сергей Пономаренко исчез из помещения, где были закрыты все окна. Единственный выход наружу находился под постоянным наблюдением.
Конечно, теоретически можно представить, что ему удалось бежать, но каким образом и, наконец, зачем? Сергей Пономаренко исчез на третий день пребывания в частной клинике. Даже если окно открыто, то сквозь решетки пролезть невозможно. Здесь есть только один вход и выход. А когда он пропал, то на его кровати я обнаружила газету и записи, которые он вел по просьбе доктора. В своей анкете он указал информацию о своем адресе, о том, что родился в Киеве в 1932 году, а также о том, что проходил стажировку в Киевском метрополитене. Эти данные Павел Крутиков передал сотруднику милиции, доставившего Пономаренко в клинику. Если в анкете все верно, то Пономаренко Сергей Валентинович 1932 года рождения проживал по улице Песчаная, 8, квартира 3. Но для справки, это старое название улицы, на которой мы его задержали. И вообще, если это он. Как выяснил участковый, дом, в котором жил Сергей Пономаренко, был снесен в 80-е годы. И на его месте была построена новая девятиэтажка. Именно возле этого дома Сергея увидели утром 23 апреля 2006 года. Но оказалось, что это еще не все. Согласно оперативной информации, Сергей Пономаренко числится пропавшим без вести. И обратите внимание на дату. Ни в 58-м, ни тем более в 2006 году, когда мы его нашли. Он пропал в апреле 1978 года. В архиве осталась также его ориентировка, где есть его фотография. Если бы это происходило в наше время, я бы сказал, что это один и тот же человек, но только старше. Человеку, изображенному на этой фотографии, 46 лет. В ориентировке, сопровождающей его описание, говорится: он вышел из дома, взяв с собой фотоаппарат, и не вернулся. Я не удивлюсь, если это тот же самый ФЭД, с которым он попал в наше время. Так или иначе, эта справка о без вести пропавшем дает нам основание утверждать, что это непростое совпадение. И Сергей Пономаренко действительно мог совершить путешествие во времени и вернуться обратно. Уфологи пытаются доказать невероятное и представить такую цепочку событий. В 1958 году молодой человек попал в будущее, а именно в 2006 год, то есть в наше время. Затем он вернулся обратно и благополучно прожил в Киеве еще 20 лет, вплоть до 1978 года. Что с ним произошло дальше, остается загадкой. Я хотел бы сравнить нашу историю с фотографией, сделанной в Канаде в 1941 году. Там, среди группы людей, наблюдался молодой человек, одетый совершенно необычно для 40-х годов. Свитер с капюшоном, футболка с нанесенным на груди логотипом, стрижка. Все это не соответствовало тому времени. Когда специалисты проверили фотографии на подлинность, они не нашли ничего, что могло бы свидетельствовать о подделке. Они сделали вывод, что это был гость из будущего. Возможно, еще одного посланца из других времен обнаружили в рекламе фильма Чарли Чаплина «Цирк», снятый в 1928 году. Женщина, которую вы видите на экране, держит руку возле уха и ведет себя как человек, разговаривающий по мобильному телефону. Вполне возможно, это просто совпадение, но что если кому-то уже удалось разгадать феномен времени? Если мы утверждаем, что путешествие во времени невозможно, то нам сразу следует признать и то, что многое из курса физики неверно. Например, в советские времена, да и сейчас тоже, во многих учебниках написано: скорость света – величина постоянная. Но это неверно. Сейчас уже доказано, что скорость света может меняться, а значит, может меняться и течение времени. Просто нам это очень трудно сейчас представить. Недавно в одном из научных изданий была
опубликована очень интересная статья американского физика Эональда Маллетта о том, что главным механизмом машины времени в самом ближайшем времени станет обычный луч света. Идея о том, что время и пространство могут быть искривлены с помощью замкнутых лучей, не нова. Однако американский физик Эональд Маллетт пошел дальше. Во время опыта ему действительно удалось замедлить скорость света всего до нескольких метров в секунду. И это дает нам большую надежду на то, что в самом ближайшем будущем экспериментальной физике, ну пока только теоретически, удастся сделать путешествия во времени возможными. И самое главное, без помощи всяких пришельцев. В этой аудиозаписи говорится о невероятном предсказании, сделанном в 1958 году. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях изобретатель, руководитель кружка «Юный техник» при Дворце пионеров Пономаренко Сергей со своей невероятной историей о достижениях науки будущего. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Хочу вам рассказать о прекрасном будущем, которое ожидает нас в ближайшем скором. С помощью открытий наших ученых через каких-то 40-50 лет жизнь наших людей улучшится намного. И то, что сейчас нам кажется фантастикой, будет вполне реальным. Нам с вами нужно подождать примерно 40 лет, и медики поставят на поток производства искусственного сердца. Если бы не ваше выступление и столь подробно описанные детали, я бы приняла вас за сумасшедшего. Если бы мы жили в 58 году и услышали бы такое научное предсказание, мы бы сразу сказали, что это фантастика. И еще больше удивитесь, если узнаете, кто сделал это предсказание. Представляя вот какие-то данные, которые мы получили бы из той же милиции, можно попытаться ожидать, по крайней мере, что в его подсознание всплывут те данные, та информация, которая записана, его фотографии, его данные биографические. И может это все всплыть, может проснуться его сознание. Потому что сейчас у него полный отрыв от реальности. Он пропадает в каких-то воспоминаниях, которые совершенно не связаны с настоящим. И разве что может быть гипнотический сон, гипноз, внушение. Вполне возможно, это может помочь. Но его нет, его надо искать. После исчезновения Сергея Пономаренко доктор Крутиков задался целью найти хоть кого-то, кто мог знать пациента. Выйти на след человека, знакомого с Сергеем Пономаренко, помогла все та же милицейская ориентировка. В ней была указана женщина, описавшая исчезновение. Перед тем, как снести дом, его жители расселили. И все-таки нам удалось найти эту женщину. Интересно, когда мы ее спросили, помнит ли она Сергея Пономаренко, который пропал в 78 году? Она ответила, он не погиб, он живой и должен вернуться. Как показалось Павлу Крутикову, Валентина Кулиш была той самой женщиной с фотографии, сделанной Сергеем Пономаренко. Но чтобы не спешить, доктор решил вначале просто поговорить. По словам Валентины Петровны, они с Сергеем были хорошими друзьями. Но после исчезновения в 78-м его посчитали погибшим. Квартиру отдали другим людям. Они выбросили все вещи предыдущего хозяина. Валентине Петровне тогда удалось сохранить лишь одну фотографию. Давно это было. У меня осталась одна фотография Сережи, сделанная в 58 году. Давайте сравним. Принадлежащая Валентине Кулиш фотография сделана в 1958 году. Предположительно, тем же годом датируются два распечатанных снимка, на одном из которых Валентина изображена вместе с Сергеем. Трудно
представить, что это разные люди. У меня была распечатанная фотография с изображением молодой девушки. Когда я познакомился с Валентиной Кулиш, я понял, что это она. Показал ей фотографию, она расплакалась. И, конечно же, поинтересовалась, откуда у меня эта фотография. Ну, я тогда был вынужден соврать, что все документы, фотографии хранились в милицейском архиве. Я не мог просто сказать пожилой женщине, что у меня вдруг появился человек, который выдает себя за Сергея Пономаренко. Валентина Кулиш не могла поверить, что эта фотография где-то сохранилась. Рассматривая снимок, она вспоминала важные детали. Мне здесь где-то было около 16. И вы до сих пор верите, что Сергей живой? Сережа был странным человеком. Он говорил такие вещи, которые в то время невозможно было подумать. И он думал, что видит будущее. С ним что-то вдруг изменилось. Он стал писать в газеты, на радио. И рассказывал такие необычные истории. Несмотря на все эти совпадения, я по-прежнему сомневаюсь, что Сергей Пономаренко, о котором говорила Валентина Кулиш, и мой пациент – это одно и то же лицо. Но все же нужно продолжать поиски. Поэтому я обратился в государственные архивы и получил совершенно неожиданно для себя положительный ответ. Эта старая пленка пролежала в архивах почти 50 лет и неплохо сохранилась. То, о чем рассказывает ее герой, действительно похоже на невероятно точное описание технологий будущего. Поверьте, приготовление еды станет удобным и быстрым занятием. К примеру, печь картошку мы сможем с помощью духовки, похожей на обычную переносную коробку. Вы подключаетесь к электросети, включаете таймер. Извините, что надо включить? Простите, да. Таймер – это устройство, напоминающее будильник, вот, которое срабатывает в нужный момент и выключает печку. Всего пару минут, и ваш обед будет готов. Когда я увидела микроволновку, я вспомнила про Сережу, что он давно об этом знал. Только сейчас я не могу понять, откуда он все это знал. Откуда простой электромеханик Киевского метрополитена мог знать о микроволновой печи? Возможный ответ на этот вопрос нашел сам Павел Крутиков. Обратите внимание на эту видеозапись. За три дня пребывания в клинике Сергей Пономаренко успел обратить внимание на микроволновку, которой пользовались сотрудники учреждения. Я помню, он задавал много вопросов о микроволновке, о мобильном телефоне. И на столике лежали газеты и журналы, которые он перечитывал не раз. Вы говорили об аппарате искусственного сердца. Что вы имели в виду? В этом нет ничего странного. Посмотрите на сердце как на орган, который можно сравнить с насосом, перегоняющим кровь. Вот. И если сердце пришло в негодность, его можно заменить на новое. Вот только искусственное сердце, которое будет со встроенным аккумулятором. И он выполняет те же функции, что и обычное сердце. Все просто. Каких-то 40 лет, и наука сможет выпускать такие аппараты. Обратите внимание. Сергей Пономаренко в своем интервью оперирует терминами нашего времени. В 1958 году даже медики не слышали об аппаратах искусственного сердца. А первая пересадка донорского сердца в Советском Союзе была сделана в конце 80-х годов. И узнать об этом мог Пономаренко только со слов медиков клиники или из газет, которые были расположены в приемной. На этой записи Сергей Пономаренко держит в руках газету. Она осталась в его палате после исчезновения. Как выяснилось,
В этой газете подробно описаны технология серийного производства и принцип работы аппарата искусственного сердца. Извините, когда вы описали технологии будущего? Например, телефон без провода с музыкальным сигналом и записной книжкой. Откуда возникла такая идея? Это вполне реально. Это будет не просто телефон без провода, это будет аппарат, который может определять группу крови, индивидуальную температуру. В будущем нас много еще ожидает всяких достижений. Наука достигнет больших достижений. Спасибо за интересный рассказ о фантастическом будущем, которое нас ожидает. У нас в гостях был изобретатель, руководитель кружка «Юный техник» при Дворце пионеров Пономаренко Сергей. Спасибо вам большое. И вам спасибо. По словам Валентины Кулиш, после выступления на радио Сергей стал готовиться к поступлению в политехнический, но вскоре он был вынужден отказаться от этой затеи. Он неожиданно ушел в себя, потому что не мог понять, почему рядом с ним останавливаются часы. Сережа по этому поводу очень переживал. И пошли слухи, и он ушел в себя. На ваших часах остановили стрелки. Дело не в часах, а в человеке. Возможно, именно он был носителем этого феномена. С вашими часами все в порядке. Подскажите мне лучше, который час? К сожалению, пока мы можем только строить догадки о феномене остановившегося времени. Хотя в теории относительности Эйнштейна есть положение о том, что время, заключенное в одну плоскость, может менять свое направление под воздействием сил гравитации более крупного объекта. Но чтобы время совсем остановилось, но это даже очень сложно объяснить с точки зрения экспериментальной физики, а понять невозможно. В общем-то, об этой истории можно было бы давно забыть. Но прошло 2 года, и мне вдруг звонит эта самая Валентина Кулиш, и она утверждает, что получила письмо от того самого человека, который называл себя Сергеем Пономаренко. Некоторое время Валентина Кулиш не была дома. Вернувшись, она обнаружила в своем почтовом ящике конверт, на котором не было ни почтового штампа, ни обратного адреса. У меня была проблема с сердцем, и врачи рекомендовали лечь в больницу. Когда я выписалась, открываю ящик, а там лежит это письмо. А в письме фотография. А на ней Сережа. Посмотрите, он совсем не изменился. По мнению Валентины Кулиш, на этой фотографии Сергею Пономаренко 46 лет. Столько же, сколько ему было на момент исчезновения в 1978 году. Скорее всего, что снимок сделан в Киеве, и за спиной у Сергея Пономаренко угадывается правый берег Днепра. Но возможно ли это? Там Киев. Но складывается такое впечатление, что сама фотография сделана в будущем. Вы видите современную столицу Украины, снятую с той же точки, где стоит Сергей Пономаренко на этой фотографии. Сравнивая два этих изображения, очень сложно перепутать Киев с каким-либо другим городом. Да, я видел эту фотографию, весьма странную фотографию, но я никак не могу ее объяснить и прокомментировать. С точки зрения обычного порядка вещей, человек не может переместиться в другое время. Однако Валентина Кулиш уверена, что на обратной стороне этого снимка Сергей Пономаренко оставил для нее послание, сделанное своей рукой. «Со мной все в порядке. Я постараюсь вернуться». И мы можем по-прежнему утверждать, что путешествия во времени невозможны. Но эта фотография свидетельствует об обратном. В
целях сохранения конфиденциальности имена некоторых действующих лиц были изменены. Неопровержимых доказательств присутствия на Земле представителей внеземных цивилизаций не существует. Верить или нет, решать только вам.